наши адвокаты возражают против назначения этой экспертизы, поскольку это не просто не предусмотрено конвенцией, но и, по большому счету, унижает человеческое достоинство военнослужащих, особенно офицеров. Но мы понимаем, что экспертизу все равно будут проводить, вне зависимости от возражений наших. Поэтому в качестве альтернативной меры адвокаты указывают, что они хотят присутствовать при проведении этой экспертизы. Российский закон позволяет это. Пока постановление о назначении экспертизы предъявлено трем военнопленным морякам, сегодня и завтра, скорее всего, еще несколько военнопленных, их адвокатов ознакомят